Сегодня спасатели обнаружили пропавшего в минувшую пятницу рыбака. Напомню, 22 октября двое челнинцев отправились на Нижнекамское водохранилище в район населенных пунктов Кырныш и Кулушево. Оттуда не вернулись. Ранее 8 октября в этой же местности также пропали двое челнинцев. Один из них был найден мертвым. Ситуация повторилась. Накануне напротив садового общества «Искра» на глубине 3 метров спасатели обнаружили лодку. Сегодня недалеко от нее нашли тело. Сегодня, 8 числа, обнаружили тело Снегур Николай недалеко от места, где была найдена лодка, 10 метров ближе к берегу. Доставили на берег и непосредственно родственники сказали, кто это из двух пропавших. Сейчас водолазы опять ушли на воду искать второго. То есть один здесь, значит, второй тоже должен быть неподалеку. В настоящее время работа спасателей завершена, но только на сегодня. Поиски еще двоих пропавших рыболовов продолжатся уже завтра утром.